Нам нужна переноска для младенцев. Обернем стенки. Закрепим ручки. Удобный матрасик с подушкой. Это девочка. Кого-то ждет пополнение. Загадочный незнакомец идет к дому. Что у него в руках? А как же корзинка? Доставка? Это не пицца, это ребенок. Джордж, скорее сюда. В чем дело? Какая милашка. Ты будешь самый счастливый. Пластик для крафта. Соберем куб. Добавим ножки. Нужен песочек. Декоративные камни. Паучок, иди к нам. Добро пожаловать в террариум. У мамы дома целая лаборатория. Мой паучок, пора кушать. Ой, там ведь реагенты. Малютка втайне следит за процессом. Ты хочешь вылезти? Гвен обретает паучью силу. Что со мной? Паук выбрался. Я стала очень быстрой. А смогу ли я летать? Ну и дела. Нам нужна куколка постарше. Нарисуем брови. Подстрижем кончики. Затонируем их в розовый. Пора переодеться. Черная юбочка. Теперь Гвен подросток. А где же Гвен? Без нее не сможем начать. Просим, просим! Котик застрял на дереве. Подходи ближе. Кис-кис. Я в ловушке, на помощь! В чем дело? Киса застряла на дереве. Моя паутина обезвредит противника. Вот ваш малыш. Ты спасла нас. А теперь на концерт. Куда же она делась? Я здесь. Раз, два, три. Концерт прошел великолепно. Поклонники в восторге. Понадобится попыт. Зальем термоклеем. Согнем проволоку. Склеим каркас. Выберем воздушный пластилин. Соберем наушники. Держи, малышка. Вау, какие мощные! Новенькие наушники порадуют хорошим звуком. Пора расходиться по домам. Увидимся на репетиции. Гвен, осторожнее, проезжая часть. Ты что, не смотрела на дорогу? Это все наушники. На-на-на-на. Гвен идет прямо в стену. Ля-ля-ля. Как она это сделала? А, вы мне? Стена, лестница, как ты? Паучье чутье. Наушники, прелесть. Понадобится голова для взрослой Гвен. Покроем белым акрилом. Наметим глаза на маске. Лосины. Мне идет? Вырежем выкройку. Изящный корсет. Подготовим материалы. Это же юбка-пачка. Пуанты на завязках. Узнали героиню в новом облике. Будет круто! Такое не пропустишь. Вот и Гвен. Какие изящные па! Браво! Браво! Ты великолепна! На бис! Вот она!
спасибо. Попалась. Теперь коронный номер. О, нет. Октавиус похитил ее. Я спасу Гвен. Возьмем пенополистирол. Соединим стенку и дно. Уплотним фоамираном. Дисплей управления. Это часть конструкции. Для кого же она? Вот и попалась. Из капсулы тебе точно не выбраться. Отпусти. Спайдер-вумен, мы созданы друг для друга. И еще чего? Все мои деньги для тебя. Все богатство. Только будь со мной. Купить любовь невозможно. Ну, посиди и подумай. Времени еще много. Как она могла? Спайдермен прокрался в лабораторию. Спайдер-вумен, я спасу тебя. Правильная комбинация и девушка на свободе. Ты мой герой. Бежим отсюда. Let's go. Где эта девчонка? Сбежала. Моя любовь. Отыщем детали. Соберем каркас. Колпачок пригодится. Покроем вставки черным акрилом. Захватим трубочку. Затонируем лаком. Шнурочек. Наконечник кристалл. Мощный бластер готов к бою. Тортик просто супер. Что? Почему так темно? Страшно. Вы чего кричите? Понял. Бежим. Паучки спешат на помощь. Вот и вы. Теперь мы команда. Я с вами расправлюсь. У нас бластер. Не забывай про паутину. О, нет! Полиция, забирайте. Городу больше ничего не грозит. Качельки. Ой-ой, паук. Он нам как раз нужен. Приклеим колечку. Паучки, приготовиться. Поможешь нам с доставкой. Какая красота. Дорогая, какое замечательное место. Ага. Присядем? Конечно, милый. Сюрприз. Букет для любимой. Подожди минуточку здесь. Только не подглядывай. Подготовим локацию. Аккуратно, еще шажок. Смотри. Как тут здорово. Мы уже давно знакомы. Я думаю, что настал момент. Я завяжу тебе глаза. Протяни руку. Ой, что это? Ты станешь моей женой. Какая прелесть. Я согласна. Я так счастлив, любовь моя. Как это романтично. Преобразим машинку Венсдей. Уберем фурнитуру. Нарисуем паутинку. На капоте паучок. Машина для настоящих супергероев. Все в сборе? Вау, вот это появление! Согласны ли вы стать мужем и женой? Да! Я согласна. Можете поцеловать друг друга. Лучший день! Бросаю букет невесты. Следующая свадьба наша. Что? Ребята, за вами машина. Авто молодоженов. Я в восторге. Поехали, дорогой. Нас ждет свадебное путешествие. Чао! Поздравляем счастливых супергероев. Молодожены отдыхают в гостиной. Наши питомцы такие милашки, ну правда же? Пора сообщить прекрасную новость. У меня для тебя сюрприз. Коробочка с пауком. Вау! What?
Два паучка. Что это значит? Мы станем родителями дочки и сына. Гляди, коконы! Из тебя выйдет замечательный папочка. Уложим в кроватку. На свет появились детки. Милашка, девочка, познакомься с дочуркой. И сыночек, как приятно наблюдать за счастливой семьей. Малютка оседлала паука. Перекрасим волосы в блонд. Берем фурнитурную детальку. У крошки пирсинг. Новый лук. Стягиваем капюшон. Обуваем туфельки. Спайдер-крошка немного подросла. Вперед к приключениям! Родители впервые ведут деток в детский сад. Наши крошки будут играть у вас. Добро пожаловать! Малыши-паучки решили познакомиться. Догонялки, стрельба паутиной. Ох, непоседы! Как делишки? Смотрю, вы поладили. Время обедать. Еда! Проказники устраивают пранк. Что вкусненького? А, там паук! Hi. Все в порядке? Да-да, только все в паутине. Детишки здорово провели время. Ждем вас завтра. Чао! Эко-кожа. Собираем каркас рюкзака. Что же внутри? Бинокль, наручники, рация, шпагат, диктофон. Шпионский набор? Такой рюкзак пригодится подросткам. Девочка плачет. Мой пушистик! Котик залез на дерево и боится спускаться. Что случилось, мисс? Кот высоко. Не волнуйтесь, сейчас все уладим. Секретное дело. Что же использовать? В рюкзаке Майки полно шпионских штук. Я вижу котика. Отлично, веревка со мной. Майки забросил веревку. Котик у меня. Мисс, он в безопасности. Спасибо, ребята. Доброе дело сделано. Выбираем нитки. Выкладываем на шаблон. Застыла плотная паутина. Пройдемся кистью. Немного блесток. Сетка паутина стала домом для паучков. Прекрасный вечер в кругу семьи. Детки рады провести время с родителями. Тише, срочный звонок. Поступило задание? Увы, нам пора. Возьмите нас с собой. Это опасно. Оставайтесь дома, мы скоро. Так нечестно. Я придумала план. Проследим за ними. Хитрая злодейка обнесла банк. Я богата. Не двигаться. Ты в ловушке. Попробуй догони. Началась погоня. Бе-бе-бе. Стоять. Я ее ловлю. Преступница сбежала. Вот беда. Наш выход. Растянули цепкую паутину. Это еще что? Отпустите. Попалась, но как? Мама, папа, ваши маленькие помощники в деле. Вырезаем полосу. Делаем зубчатые края. Склеиваем шляпу магистра. Красный отрезок. Пороемся. Уберем лишнее. Шапка выпускника готова. Детки в торжественных мантиях. Как быстро летит время. День выпускного. Приглашаю на сцену наших лучших учеников. Майки и Линдси Моралес. Юху, это мы. Совсем взрослые. Ваши дипломы. Ура, свобода!
Взрослые приключения! Теперь вся семья может спасать мир от злодеев. В команде супергероев пополнение. Прощай, учеба! Берем крышечку от духов. Выделим объектив. Вставим линзу. Боковая часть. Добавим кнопочки. И испробуем в деле. Мощный зум. Классное фото. Девушка приехала в парк. Выгуляю собачку. Воришка следит. Крутая тачка. Угоню. Кошмар, она хочет украсть машину. Почти готова. Стой, фото отправится в полицию. Отдай камеру. Ни за что. Что происходит? Злодейка хотела украсть машину и фотоаппарат. Беспредел. Вы задержаны. Отпустите. Вы в порядке? Да, успела сделать снимок. Героиня, спасибо. Вы такой храбрый. Между ними пробежала искорка симпатии. Сколько воздушного пластилина. Сминаем комочек. Паучок, ты вовремя. Покрываем лапки термоклеем. Перекрашиваем в белый. Тонируем тельце. Розовая бусинка. Необычный вид. В чем его особенность? Все в сборе? Майлз снова опаздывает? Что придумает в этот раз? Он наверняка готовится к уроку. Простите, задержался. Опять показывай домашнее задание. Да, я принес паука. Мой любимый питомец. Ох, мамочки! Он совсем ручной, не бойтесь. О, май гад! Какой милашка! Пауку Гвен тоже понравилось. Давай знакомиться. Hi. Ouch. Укусил. Ожидаемо. Майлз, извини. Упс, прилип. Майлз, что ты делаешь? Отпусти меня. Не могу. Она как я. Майлз, двойка. Нам лучше уйти. Okay. Гвен, добро пожаловать в мастерскую. Превращаем куколку в Спайдер-Вумен. Снимем мерки. Good. Обведем шаблоны на ткани. Вырежем заготовки. Сошьем комбинезон. Примерка. Теперь капюшон. Перекрасим рукава. Нанесем полосы. Маска белая. Вау, Спайдер-Вумен. Что интересного по телеку? О, в городе беспорядки. Ха-ха-ха, попрощайтесь со своими питомцами. Что она задумала? Я превращу всех в камни. Без меня там не справится. Я должна спасти город от зла. Ага, я ее вижу. Не ждала? А ты еще кто? Сейчас познакомимся. Я Спайдер-Вумен. Эффектное появление. Остынь, девочка. Не стой на моем пути. Битва не окончена. Как и мой план. Не тронь улитку. Ха-ха-ха, куда побежала?
Камень! О нет, Спайдервумен в опасности! Нужно ее спасти! Бегом переодеваться! Привет, Лалилу! Выкроем одежду. Отделим. Вуаля, костюм супергероя. Наносим акриловый грунт. На груди паутина с паучком. Нужен красный. Окунаем кисть и наводим рисунок. Займемся маской. Белые глаза. Паучий узор. Hello. Я Спайдермен! Скорее, Гвен! Let's go. Ага. Тебе не уйти! Ха-ха, еще один. Смешно. Я предупреждал. Фу, паутина! Thank you. Расколдуем животных. Кто же ты? Мисс Уэсли? Что ж, полиция едет. Это сенсация. Пустим в печать новый комикс. Hello. Лалилу, примите фото? Конечно. Перебросим снимки на ноутбук. Ой, пальцы велики. Так-то лучше. Отличная работа. Хороший гонорар. Пойду искать новый материал. Распечатаем комикс. Новое издание. Перекрасим блок пенополистирола. Слегка состарим. Вырежем картонные детали. Добавим полки. Сверху вывеска. Скорее бы прочесть. Есть тут фанаты Марвел? Пишите в комментариях. В школе появился уголок с популярными комиксами. Все шкафчики обклеены супергероями. Amazing. Спайдермен такой душка. Наш город в безопасности. Что тут происходит? Комикс с нами? Ого, это успех. А, это они! Спайдермен, я тебя обожаю! Напали! Да ну, наверное, актеры. Настоящие. Серьезно? Популярность. Палочка термоклея. Нарезаем небольшие цилиндры, бусинки, послужат распылителями. Оборачиваем фоамираном, осталось подписать. Отрезаем красную полоску, крепим петли. В каждой по баллончику. Е-е-е, рисуй сколько угодно! У-ху! У меня план. Хочу признаться Гвен в любви. Соберу контейнеры. Вот так напишу признание. Я тебя люблю. Выходи за меня. Осталось вызвать Гвен. Паучье чутье. Гвен тоже его ощутила. Кому-то в городе нужна моя помощь. Кия! Спайдермен? Где угроза? Обернись. Ох, как мило. Люблю тебя, я согласна. Прошло время, Гвен ждет малыша. Милый, мне хочется чего-то необычного. Сейчас все устрою. Может, бургер? Ой, нет. А чипсы? Не то. Фрукты? Фи. Пицца, кола, пирожки? Ew. Что же делать? Ой, животик болит.
Скорее в больницу. Let's go. Паучок сплел два кокона. Развернем. Пара крошек. Перекрасим волосы в блонд. Переоденем крошек в костюмы супергероев. Малышам точно передался дар. Наши детишки! Такие славные, правда? Yeah. Растите здоровыми! Thank you. Дорогая, стой! Для тебя сюрприз! Что он задумал? А, все успел? Так волнуюсь. В чем дело? Сюрприз! Я украсил дом и приготовил малышам кроватку. Нет-нет, есть идея получше. Мягкое тепло. Пора учиться читать. У крошек другие планы – играть и баловаться. Лалилу поможет. Дизайнерская бумага. Отмеряем длину. Вырезаем браслетик. Наносим паутину. Идеально. Смотри, Майлз. Великоват. Сейчас исправим. Получилось два браслета для папочки. А где паутина? Точно. Thanks. Стоять, непоседы. Как это работает? Да куда вы летите? Попались. Ну вот, так вас удобнее обучать. Точно не сбежите, проказники. Продеваем в прялку. Получился клубок. Перекрасим. Картон пригодится. Проводим полосы. Вырезаем. Собираем коробку. Розовый фоамиран. Обклеиваем бокс. Украсим паучком. Складываем моточки. Пара спиц в комплекте. Набор для вязания порадует рукодельницу. Прекрасный денек, чтобы посвятить его вязанию. Ой, забыла какао. Детишки тут как тут. Ого, клубочки! Поиграем? Okay. Малыши так увлеклись, что обмотали всю комнату. Что здесь произошло? Ваша работа, непоседы. Ладно, нужно всего лишь прибраться. Мама быстро управилась. Вечер вязания продолжается. Используем пластиковую крышку. Перекрасим изнутри. Снаружи красное. Дисплей температуры. Добавим кнопки. Смастерим ковш-сетку. Погрузим картошку. Идет готовка. Дети, слишком шумно. Ну вот, попал под удар. Милый, мне нужно увидеться с подругами. Покормишь деток? Чао! Еда! Еда! Ладно, что-то придумаем. Садитесь за столик, а папа приготовит фирменную картошку фри. Все готово, угощайтесь. Папа, ты кое-что забыл. Твой секретный ингредиент. Точно! Приправа из сушеных мушек. Ням-ням, вкуснотища! Шеф-повар Майлз, как всегда, на высоте.